привет! Мы продолжаем проходить Need for Speed Most Wanted, и это у нас 14-я часть. Да, 14-я часть. Сейчас мы, скорее всего, пройдем с третьего номера, потому что в прошлый раз вообще не успели никого пройти. И, наверное, возможно, второго даже можно захватить, но это не точно. Посмотрим, в принципе. Я думаю, что может и получиться так, что мы сегодня двоих захватим. Но не факт, как я сказал уже. В прошлой серии мы просто кучу гонок прошли. И купили, улучшили машину. Ладно, не купили, улучшили нашу Lamborghini. Это далеко не самая быстрая машина в этой игре. Но, по-моему, хороша очень Галардо, но я это взял. Гонки здесь мы прошли все, там осталось, по-моему, у нас два спидометра вот здесь. Но они очень некомфортные какие-то. Они что-то не выполняются. Единственное, что я мог попробовать бы с горы спуститься. Там, в принципе, есть вариант такой. А что это такое за метка? А, я понял, где это. Все. Это мы сейчас выполним. Это выполнили. На 5 км обогнали. Так, а вот вторая тяжелая. Что? Я же... А почему их тут не 4? Почему 4-то? У нас тут одна. Я где-то не прошел? Ну, окей, давайте попробуем проехать еще раз. Вот этот. Это я понимаю, что слишком медленно, по-моему, очевидно. Че у меня столько доступно? Какой-то баг? Блин, скорости где-то нету. Нитро. Я думаю, сможем управиться. Нет, не сможем. Завтра уходим. Грузовик все заруинил. Вообще подальше даже отъехать надо, наверное. Где-то вот здесь развернуться. Я так и не посмотрел. Кстати, про... Да, блять, вы заебали! Ну чего тут ездите-то так? Ага. И что, нам засчитали теперь? Нет. Просто плюс одна еще. А почему они есть-то вообще? Да это точно так же было? Давайте пройдем их. Халяву все-таки. Просто надо аккуратнее ездить, чтобы полиция это не приставала. Вот я андеграунд проходил, я катался по городу прям. Здесь так и не делаю. Полиция, кстати. Поехал туда, куда мне надо. Едет справа. Ну, блядь. Слишком медленно. Ж-
жестко. Что мы отъехал? Ладно. Это такое вообще, откуда они? Я что-то не прошел, что получается где-то? Вроде проходил еще. Тут очень неприятный, кстати, спидометр. Прям очень неприятный. Там, может быть, с другой стороны проще будет. Хотя нет, там тоже поворот какой-то долбанутый. ТЗ, короче. Неплохо. Ну что, вызываем его? Блин, ну есть еще два спидометра откуда-то. Ладно. Давайте его вызываем. Это Ронни. То есть эта серия будет называться Ронни. Два круга и один спринт. В принципе, неплохо. Надо, кстати, кадры готовиться делать. Да, готов. Блин, опять он в полиции катается. Ой, я забыл об этом. Надо было раньше это сделать. Надеюсь, не размыто. Блин, где мне сделать кадр хороший, чтобы... Ну, конечно, с первым уровнем-то, конечно, легко кататься. Пятым надо кататься. О, я еду. Ронни, блин. Да, блин, что ты делаешь-то? Ну, с самого начала что-то не руинится. Ты что ты творишь? Едь спокойно. А у меня сообщение там что-то писал, типа, я тебя уделаю, просто поставлю на место, что-то такое, да? Да ты забрал, ты можешь спокойно есть, что-то как пьяный. Пьяный приехал, что ли? Туда-сюда, туда-сюда. Езды на пурине или пьяный, что-то с ними так. Кто тут ездит? Три круга, обалдеть. Здесь, конечно, проигрывать не очень хорошо, мне кажется, круг огромный. То есть 6 минут, как я там проиграл на 8. Помните в прошлый раз? Я думаю, что ты делаешь? Нет, тут маленький, нормально все. О-о-о. А как он так? Куда я поехал? А, нормально. А просто хер разберешься, куда ехать. Да блин, ну ты задрала, ну что это такое, ну что это? Я спокойно выигрывал, но ты просто перевернулся, даже я не в страхе врезался, а просто он не удержался на дороге. Я не при делах. Не, круг, короче, не такой уж большой, как я думал. Все нормально. Подбирает скорость пока что, погодите. Это поворот. Не понимаю пока. А, он врезался. Не видел никого. Успей его догнать, короче. Ничего страшного. Бля, это херово.
Надо его догонять. Он бордеет. О, как, блин. Немножко с забором промахнулся. Уточку. Да что творит, блин? Он на меня ее кидал. Блядь. Нитро нет вообще. Как он так поворачивает? Походу в поражение. Он вообще что уезжает, какой-то дикий. Он, я не помню, трасса была тяжелая до этого, когда я проходил. Не помню этого. Старт просто охеренный. Он очень простой, красивый. Этот поворот все пройти можно. Попробуем все три круга так пройти, как сейчас прохожу. Этот поворот мне тоже не очень нравится. Я постоянно улетаю куда-то влево. Явно не идеальная траектория. А Ронни-то неплохо получается. Да что ты творишь-то, блин? У него, по-моему, задача меня развернуть, врезаться куда-то. Ну я что, пока открыть, что ли? Да, походу, надо закрыть. Да, блин, а у него столько скорости-то. Ой, браво. Блин, ну как ты там развернулся? Ой-ой-ой, не так поехал. Кучу времени потерял. Вроде неплохо иду вообще. Прям хорошо даже сказал. Вот этот поворот опять мне руинит все. Как тут повернуть нормально? Откуда у тебя столько скорости? Ну хоть сколько это бешено, я не знаю. Что творит, блин? Творит, блин. Ой. Опять криво все. Что это такое? Солнце мешает. Наконец-то поворот нормально прошел. Он слепой, этот поворот. Типа ты за горой не видишь, куда ехать потом.
Надо прям знать именно это. Вот я узнал и взял и выигрался. Вообще врезал-то, или что он там не планы какие-то роли сделает на меня? Ведь такой, он врезался. Фига ты быстрый. Он бы меня не догнал так, конечно, но победа. Дайте-ка этот ВК закрою, что ли. Это не то. А где у меня он вообще? Нашел. Я закрыл. Мало ли. Мало ли. Погнали дальше. Это закрыто 209. Видите это? В конце было. А что не на бампере написано? Мисс. I am Irish. Это там в конце, по-моему. Надо клопачком сбить, блин, огромный стенд. Ты что ты творишь-то? Никакой чести. Просто берет и фигачит меня. Да езжай, что ты тогда? Отвратительный гонщик. Какой-то агрессивный, что-то бредается. Не уважаю его вообще. Нет тебе уважения, слышишь ты, Ронни? Там даже мистер Мазот как для ночи ходит. Типа просто добавляет скорость, она уходит. Ух, блин. Оу-оу-оу-оу-оу-оу! Ё-моё, это там было страшненько. Да что ж такое? Прекратите, пожалуйста. Ух, блин. Это много-то. Еле путь построил, сейчас там вообще жизнь была какая-то. Финишная нитро использовать. Только не врезаться никуда. Все нормально. По-моему, кадр успел крутой сделать, прям вообще шикарный. Прыжочки, ламборгини, так и над дорогой. Сразу говорит о том, что скоро мы разобьемся. Но ламборгини-то проверь. Так, кольцо, да, очень короткое, походу, 209 прям. Ну, выбывание, что ли? В обратную сторону, и как ты на 2.0.9 сделал. А, типа, понял. Ну я не больной там прыгать. Уж извините, он такой хертой есть, ой-ой-ой, как вот неудобно.
такой херотой не буду делать. Вот это вот ужас. Она же не контролится в воздухе. Зачем? Зачем рисковать? Риск — это то, что делать не стоит, особенно когда ты не уверен. Учитывая, что еще риск подразумевает, что ты не уверен, но ладно. Это вода масляная была. Да, Рони, прекрати меня бить! Фу-фу-фу, я тебя не уважаю. Я не то поехал. А, ну он тоже. Ну ничего страшного. Два круга всего. Не смей меня обгонять. Я тебя не уважаю. Не забывай об этом. О-о-о. Да ты задрал. Прекрати меня бить. Ежик, короче, я сюда поеду, чтобы им легко обогнать его можно было. Опять кусок трассы со страшными поворотами. Ну как ты это делаешь? Ну ты скользишь, у тебя даже скорость падает. Это еще не новые части МПС, где скольжение значит победа. Ой, не тяжело пока, не видно. Ты поворачиваешь как-то в эти пустоты. Да блин, не скользи. Как он за 2.09 прошел? Что за бред? Прекрати ты немедленно, Рони. Успокой свои амбиции. Не волнуйся, тебя Райдер утешит. Хотя он по-любому мне напишет еще что-то. Он про меня никогда не забывает. Он такой милый. Блин, че я счел. А, он врезался куда-то, ну и все-то. Все, минус Рони, походу. Да, я тут перестраховал, на всякий случай, это мало ли. А может он 3.09 поставил, там опечатка? 2.09, или как? Как? Это нереально. Мне кажется, там 3.09 должно быть. Так, есть улучшение техническое? Да, есть. Ну и машинку посмотрим, может дадут. Шины дали. Ага. Серединка, допустим. Ну да, ну это... Херота. О! Ну это прям такое видно сразу, состоятельное. Голову пропонял, типа, да, я главный. Здорово! Просто трудяга, без помощи Рейзера гонки бы ему только снились. Он-то считает, что заслуживает такой подарок судьбы. Он заслужил такой подарок судьбы. Если так, то служил он плохо, хватил только на модную краску. Все остальное у него так себе. Да, он страшно боится поцарапать свою тачку, имей это в виду. Да? То есть никак тот будет херачить до меня. Так, ждем звонка от Рейзера. Да? Мерседес. Это он так боится поцарапать? Ну он на стоковую, можно сказать, ездит, только в эти как. Эй, ты в первой тройке? Да. В первой тройке, парень, ты да. Понимаешь? Да, понимаю, я знаю. Мне больше вопрос мучает, как он оказался на первом месте так быстро. Вот это да, тоже. А чё Рейзер мне не позвонил? Не понял.
Это что такое? Что за игнор? Это что такое? Да как он посмел? Теперь его точно нужно обогнать. Я не то сделал. Ну, ладно. А, мне машину надо улучшать все равно. Ой, куда я это? Что я делаю? Тут город. Сейчас машину сделаем, потом... Вот, олень. Там вроде две машины все открылись, там с третьего места, по-моему, все открываются. Движок. Премиум. А, отлично, 98 косарей стоит, охренеть. Ну и ценник. Готово. Премиум. У меня все получается премиум сейчас стоит. Походу, да. Че тут скорее не такое себе. А, ну вот турмодув, турбонадув. О, нормально, все, максимум почти. Сейчас еще шины поставим, если они, у нас их нет еще. Отдел для своих, тюнинг. Так, еще можем улучшить. Шины. Шины уже стоят. А что за флипстрим или что это такое? Окей. Ну, Сталин, что там, заходи, в принципе. Давайте посмотрим, может, кузов какой-то интересный появился, нет? А, ну, все так, последний. Самый лучший. Ну, и нормально. Ола, это привет. Ола. Ну и все, так, пошли эти гонки проходить начнем. Рейтинг уже выполнен, кстати, на лям аж целый. Так. На выбывание две штуки, круга три, походу, да? Ой, блядь. Так, на убывание. Давайте. Вот это, наверное, тоже огромный какой-то. Там еще драг рейтинг есть. Сука. Драг рейтинг. Пам-пам. Херась ускорение. Но с места ушла. Ах! Ну тут надо притормаживать сильнее. Эх, ебать, скорость перестала. Да в контроле тебя не могу. Блин, на убывание ненавижу трассы, просто не могу. Куда он так уехал? Что это такое? Такой чел. Блин, долбоёб, ты что делаешь-то? Водитель, охереть. Зря сделал, надо понизу ехать. Пиздец. Хер догонишь. Такой трасса проходил, только я не помню, там убывание было или нет. Или круговая. И в обратную сторону было. Да ё-моё. Огромная трасса. И тормозили немножечко. Так, тут меня что-то сейчас догнать могут. Надо аккуратно. Опа, все, один выбыл. Блин, поворачивай.
Да, блин, что ты творишь-то? Ну серьезно? То, что поворачивает. Да что с тобой, ё-моё? Машина объедет, всё, траектория винил, ты никуда не попадаешь. Не, мы сегодня, наверное, с черного не пройдем. Блять, не делай хуйни только, все нормально. Кто не умеет делать дичь какую-то. Я тоже умею, ну походу поражение. А, тут хрен догонишь тоже. Хотя я увижу. Может и догоню. А, там врезался чел. Норм, вроде бы. О, еще врезался чел. И тот врезался. Все врезались, кроме меня. Нихера себе. Это как так? Я думаю, поражение уже светит. Чё с камеры? Зачем так поворачивать в сторону, где машины проехали? Это очень некомфортно. Как ты так поворачиваешь? Да, блин, тебе все хорошо, все нормально. Так, здесь справа проезжаем еще. Ага, все нормально, все хорошо теперь. А тут постоянно расставляют эти бочки тут. Метров всего лишь, обалдеть. Это еще разрыв будет увеличить, наверное, из-за поворота. У меня этого не было сейчас. Великий поворот выбыл сейчас. Победа. Фу, блин, трасса спортивная. Да. 7 минут, охренеть. Может, это больно. Это просто больно, значит, его надо пройти.
Ну, мы вряд ли, наверное, сегодня справимся с Ронни, потому что у них нет времени просто. Блин, не знаю, в машину бывает стреляет какой-то дьявол, и начинает дрифтовать. Я на радар смотрел. Да блин. Ну что ж такое-то? Но главное, что мы все равно это едем на втором месте, пока что это устраивает нас. Потому что это гонка на убывание, он врезался, я тоже. Не, ну тут я должен выиграть его. Это там Фиат обычный, а я напрямую еду. Да блин, это что ж такое-то? Чё я все эти штуки задеваю? Первый круг, конечно, очень неудачный. Но главное последним не быть на данный момент. Это самое главное. И я не последний, все нормально. Все окей. Да, блять, ты сейчас все углы собираю. Никак траектория не собирается воедино. Вот я попытался сейчас взять широко, чтобы можно было повернуть уже. Выйти с поворота раньше, короче. Вот. А вместо этого ушел слишком далеко. Дай, дай проехать-то, ёп. Во, второй я. Сегодня вообще все эти будки мои. Но это гонка проще. Я столько ошибок допускаю, а при этом на первом месте. Намного проще. Чем прошлое? Прошлое была жопа. Была жопа хорошая гонка. Зачем такую развязку делал? Даже это не развязка, это просто круги. Просто круги, блин. Рос. Я только одного Роса знаю. Где-то из этого. Из сериала «Друзья». Тихо, тихо. Куда ты, блин? Пожалуйста, едь прямо. Нормально. Как я хочу. Вот я нажимаю кнопочку, едь туда, куда я нажимаю. Ух. Сейчас должен оторваться немножечко за счет прямых. Блин, он быстрый капец. Его сильно занесло, и я выигрываю, все, окей. Он начал догонять, но потом, видимо, из-за поворота вот этого долгого, затяжного, у него не получилось удержать машину. Всем-всем-всем. Драг рейсинг. Чтобы его просто не было, блин. Просто чтобы не было. Что это за хуйня в конце была? Вы видели эти повороты? Это не драг рейсинг, это повороты. Драг рейсинг продолжает гонку по прямой. А это что? О, бля. И канал на буду бур. Буду бугиду. Тихо. Thank you.
Вот это что за хуйня? Повезло, повезло мне, это однозначно. Что это за повороты были? Там просто скорость падает. Так, ладно, это более-менее нормальный дрэк-рейсинг был. Давайте круги пройдем. Так. Ну вот это. Там по прямым я буду в удовольствие кататься. А здесь придется концентрацию держать, там повороты держать, вот это вот правильно проходить. До свидания. Длинный поворот. Но она уже прям, ну, управление не так сильно роляет уже. Она неадекватно бывает просто, типа дорога. Ты не можешь нормально держать ее. Ты там миллиметр отклонился, машина появилась впереди, у тебя уж траектория сбилась, ты улетаешь вперед. Если же не так работает все. Как до этого. Ой, я думал тут по-другому. Ладно, не важно. Они настолько медленней. Серьезно, ни хера себе. Ну, это у меня такие импровизированные тормоза. Да что ты будешь делать-то? Игра, ты что, анализируешь мою дорогу, то машина пихает? Что это за фигня? Вроде маленькая трасса была, а ни хера, накручиваем круги. В принципе, ну легкая гонка. Но один хрен надо держать, как на всякий случай, это мало ли. Пока что это... довольно легкая гонка пока что. Значит, я что-то забыл, что вообще говорил, поэтому такие паузы были. Сидел, думал. И поразбивал предложение водными словами, которые ничего не значат. Давай выигрывай. Давай, тут скучная гонка, там чел кто-то застрял, сейчас не приходит впереди. Чё с ним? Этот поворот, конечно. Телефон. Потом перезвоню-то. Да ёб твою мать, куда ты едешь, дебил? Ну подожди, пока спереди машина проедет. Ну что ж такое-то? Сколько можно? А чел, ты приблизился, кстати, сзади меня, который едет. Уже не так далеко. Семь км, блин. У чела отставание в 7 километров. Он выехал, что ли? Типа не увеличивается разрыв-то. Походу выехал. Ну, довольно быстро. Я думал, он типа это не закончит. Думал, не закончит. А все, выбрался. Молодец, справился. Только похвала за такое.
Нет, он застрял тут. Что-то просто не показывает. Он сейчас игру показывает. Какого хрена пред последний тоже так? Они поменялись местами, что ли? Что происходит? Как они так? Меня сбивает, это я начинаю врезаться. Да блять, ну как ты это взялся? Тут что-то. Просто едешь, сшибаешься, гражданские. Почему там две машины по 7 километров, хотя стояла одна только? О, я думал, что такое. О, ты сдол. Я зол. Блин, как ребенок. Ну серьезно, прям как ребенок. Название будет чел, который ему не отвечает. Три круга. Ну давай три. 47 минут, может гонки выполним, кстати, за сегодня. И там рейдер уже будет. Не держится. Я раньше здесь вообще не тормозил, она просто поворачивала. А сейчас не получается так. Да ё-моё. Неуправляемый вообще. Вообще неуправляемый с такой, на такой скорости. Она не слушается нормально. Такой скорости малейшее отклонение от траектории, которую я запланировал, приводит к тому, что я врезаюсь. С другой стороны, они тоже так же. Только они еще ездить не умеют. На такой скорости. Видите, какое отставание? Блядь. О, опять мультик этот. Фрик, блин. Ой, он даже на автостраде не может повернуть. Приходится тормозить. Да куда ты поверни? Ни хрена чел меня догнал почти. Питфри. Он на чем едет-то, что это за херня? Ой, не туда поехал. Привычки просто пошел. Куда ты, блин? Ну ты что это? Что это?
Блин, как же тяжело я сижу контролить. Ох ты. Я бы не смог увернуться от нее. Но она появилась просто на полсекундочки, может быть даже меньше. Вообще поворот замечательно прошел. Муторно, однако. Вот там авария. Ова! Да чё там торчит кусочек трассы. Ну типа вправо уйти от неё нельзя было. Если бы я вправо повернул, я просто в стену бы влетел. А влево её не хватало. Либо тормозить. Вот такое себе. Уже невозможно уворачиваться от машин ноги, которые появляются вот на перекрестках, там еще что-то. Ты просто не то, что там среагирует. Даже среагировать тоже. Среагировать можно успеть, ладно. А вот сделать что-то после этого. Они появляются прям перед носом. Ну что там сделаешь? Вот это сейчас вряд ли сказать, что я виноват. Там накосячил капец. А вообще в основной массе это невозможно просто вернуться. Скорость 342. 340. Ну это до хрена. Такой скорости, наверное, от полиции можно оторваться вообще с 4 уровня. Просто взять и ехать. А, ну так это финиш уже почти. Еле летают. Это пройдено 7 минут. Блин, ну и круги тут, конечно, 7 минут. Это быстрая остановка, нормально все. Самые лучшие тормоза. А я смотрю, у него, походу, трассы эти все. Какие-то, блин, неплохие довольно-таки. Удивительно даже. Минимум тоже. Полиция. Просто в обратную сторону сейчас то же самое будем делать. Так, зачем поехал на встречку? Это первый вопрос. Ну да ладно. Нифига ты до сих пор пол поставил, как я поворачивал. Просто вкратце. I know.
как ты это сделал? Как ты так повернул быстро? Почти 400 км. Почти. Но не 400. Ой, что-то я это задремал. Надо это, взбодриться как-то. Кофе что ли выпить? Хотя бы пил уже. Или поспать просто стерильно. Кстати, поспать что. Ой, я думаю, прямой еду. В смысле, как так? Как так? Фу. Ой, извиняюсь, ну почините потом. Ой, 2.23. Нарушает чел. Нарушает ведь. Тут преимущество, походу, большое. Хорошо, что у него конек спринты. Их до хрена тут. Спринты лучше, чем круги. А то вот что сейчас происходит? Тут скучно ли? Одно и то же делать, одну и ту же трассу. И ладно, я на время играл, но я же не на время играю, не учу ничего. Так, и сюда поеду, тут быстрее немножко. Ну, не так, конечно, но быстрее. Главное, грузовик не пиндюрится, все хорошо. Грузовик, конечно, печальная вещь. В него врежется все это поражение. Если других, конечно, тоже не врежется. Да, блин, чё? О, ладно, хорошо, нитро есть. Успел прибавить обратной скорости. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну, блин, как же она управляется порой. Блин, опять кто-то застрял, что ли? Что происходит? Чего кто-то застревает? Настолько пытается обогнать меня, что ничего не получается? Отлично. Какой-то незнакомый номер звонит. Ну и ладно. Так, продолжим. Так, я прошел круги все. У нас еще 30 минут. Давайте вот эти вот. Ох ты, полиция будет. Давайте по другую так пока что. Минимум. Спидометр. Давайте спидометр пройдем. Потом тот уже. Или придется машину потом перекрашивать, да? Ну, слава. Мяу.
на зеленой машине. Марки Мурселову. Ух. Это было очень рискованно. А, нет, я неправильно сделал. Ладно. Надеюсь, прям хорошо получилось. Нифига, почти сотку выигрываю. Но это до хрена. В принципе, это достаточно, чтобы уже выиграть. 10 секунд я точно уж не проиграю. Блин, это очень херовая отсечка, кстати. Но получилось неплохо пройти. Там на мост хорошо заехал еще. Я даже не ожидал. Итого плюс 300. Ебать, 30 секунд. Жестко. Очень жестко. И финиш опять здесь, да? Ну и ладно. Блин, опять шикарный кадр. Ох. 8 надо, сколько я сделал? 5. 7. Ну почти все по этим. Ну получается вот это сейчас. И тут уже будет полиция, и нам должен быть выполнить то. Скорее всего, мы сейчас попробуем пройти. Классная подмога была. Это очень жестко. Это очень было жестко. Я уже там выигрываю сотку. Нормально. Тут полиция, правда, будет. Это не очень. Будет мешать потом. Хотя преимущество огромное. Уже там 10 секунд. Какая разница. Полиция так сильно не помешает. Хотя она обычно вообще им мешает. Как только полиция появляется обычно, и челики вообще ничего не решают. Ой, бля. Он, конечно, первый. Но, как говорится, думаю, с ним я приеду вовремя. Блин. Всё, победа, чё.
Блин, у меня только 2000 было, ладно. Там была полиция сейчас, да, ладно. Опа! Да что с камерой-то? Что у меня, блин, хуй ломает, то камера. Ужас какой. Почему у меня все багается? У меня вон в стратегии недавно баг был жесткий. Очень жесткий. Я испугался так, как никогда не пугался. Вот представьте, вы играете часов 10, блин, одну катку стратегии, а потом появляется баг, который не позволяет продолжить. Благо спасло то, что можно было просто выйти из игры, зайти заново. Но это там писали в комментариях, что такого может и не быть. Это же ужасно. Я не представляю, как, что можно было испытывать при этом. Опа. Отлично, хороший поворот. Ну, можно было лучше, конечно, но сойдет. С ботами и так сойдет. Как прыгаете-то? Лол. Он врезался где-то. Но он переградил мне траекторию, я не успевал ничего сделать. Он мне такой ездил. О, полиция. Полисмены. Опять меня не обнаружили. А вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он. Нет, не вот он. Полиции как-то. Что-то у меня в этой прохождении в этом очень часто на трассах не появляется полиция. Так, что там дальше? Ага. А полиция еще будет. Давайте так, вот это будет, потом ту, потом полиция. Что будешь наверняка. А что у него за пари вообще? Там есть пари, короче, уехать как можно быстрее. Я не хочу это проходить. Мне машину другую нужен для этого. Это что такое? Это что было сейчас? Что он делал? Где я? Что это за место? Блин, у меня столько вопросов порой бывает, что это за трассы. Где я находился сейчас? Плюс 11, 12, можно сказать даже.
Это тюрьма вроде как, да? Сторожевая вышка. Две. Даже с аварии я выиграл. Секундочки. Да, блять, ну перестань скользить-то, можешь просто ехать. Что ж такое-то? Я думал, перелечу. Хорошо, что промазал. Ох. Ну, как было в прошлый раз, я просто проиграл, походу, 8-минутную гонку, потом не смог пройти того челика. А Ронни, видимо, пройдем. Можно сказать, с первого раза. Ну, правда, мы сегодня проходили другого. Но все равно чуть больше нужно серии, чем полтора часа. И чуть побольше было бы, мы бы спокойно прошли. Восемь секунд, но это безобразие. Какие 38 секунд? Ты что, издеваешься, что ли? Это очень много. Кажется, челленджеры такие трассы вообще не предлагают никакого. Вообще никакого, он нулевой. Берешь спокойно, побеждаешь, все. Ничего здесь нету. О, мы проиграли минут секунду, внимание. Это удивительно. Блядь. Блин, отсечки просто одна за другой, одна за другой. Дальше видим далекое. И минута целая. Ой. Не заметил стрелочки. Тут финиш. Где-то должен быть. Я не помню, где там отсечка. По-моему, после выхода с этой дороги. А, нет, выезд на автостраду. Окей, час 13, трасса длилась час 2, ой, 4 минуты 23. Ох. Нет, никакие внимания, мы сейчас другое делаем. Так. Ну вот это берем, потому что здесь нету полиции, и мы на полиции закончим, чтобы они были у нас сразу на хвосте. Будто продолжили. Мы же здесь остановились. Прошу тратя. Интересно, чисто, конечно. Вот этих трасс, блин, обалдеть. Можно сказать, задача, там, не знаю, выиграть с преимуществом миллион секунд. Нет, не такое. Выиграть гонку преимуществом более 0 секунд. Вот, вот так скорее. То есть ачивка автоматическая. Может. Этот раз невозможно запылить. С чекпоинтами вот этими вот. Невозможно. Я сейчас даже плохо прошел. И все равно успею, наверное. Хотя я буду очень удивлен, если я не успею.
что-то я, блин, дрыхнуть хочу. Реально спать хочется. Ну, я просто записи серии, наверное, посту немножечко. Ну ладно. А это после туннеля, по-моему, эти столбики, которые, ну, отсечка как-то находится, она, по-моему, после туннеля. Да, да, точно. Пытался между ними проскочить на этот поворот, блин. Блин, может сейчас поспать? Потом записать 13 минут и сейчас мы. А то я как-то менее разговорчив, вообще-то. И замыкаясь, несу херню какую-то. Блин, что за трасса такая длинная? Ой-ой-ой. А, ну вот третья, походу, сейчас будет. Выход на эту сатраду, и там будет. А последняя получается... Где? Да ладно, так далеко. Минуты 20. Тут прям очень тяжело концентрироваться, спать прям что-то еще. Ну, типа я мало спал, да, сегодня. Давайте я передохну, у нас 11 минут осталось, я не прощаюсь, так продолжим потом. Вот, я пока даже паузу, наверное, ставлю, потом продолжим. А, это 11 минут еще. Ой, что-то я, в общем, поспал. Все нормально. Погнали, на последний раз вроде тут осталась гоночка. И 11 минут, насколько помню, да? Сейчас должна быть полиция. Ой, с полицией. Давайте посмотрим, что вообще у него есть. Пари. 9 минут. Заграждение, шипы и государство. Мне кажется, это выполним мы. Сегодня есть успеем, конечно. По времени вроде 50-50 выходит. Ну, типа, 24 плюс 9 минут еще кататься. У нас максимум 21 минута. Сейчас уже 20, наверное. Уже 20. Ну как-нибудь справимся. Не закрыл. Ток, сейчас закроем. Будет день прямая или что-то. И доедем, может быть. Ой. Что-то переборчил с поворотом.
блин, так плохо видно все. Ну как только проснулся, там да. Реакция еще не та, организм наполовину спит. Там внутри неудобно. Лучше здесь проехать. Я помню, по-моему, в какой-то машине нужно, блин, прокачивать, наверное, как-то. Но у меня прям фрезерку время хватало из-за прямых вот этих. То есть машина не позволяла тебе ускоряться так, как она могла. А еще без деталей проходил вот этих крутых. Там скорости в итоге не хватало нам. Да, с реакцией пока еще такой себе приставку поспал. Она прям это не очень реагирует. Главное, конечно, чтобы полиции не проиграть после этого. Это, в принципе, это возможно. Футбольное поле. Блин, ты все маленькие уголочки, которые я не смог немножечко попасть. Прям обидненько. О, полиция, все-таки будет она. Чего, блядь, сразу пятого? Чё сразу пятый уровень-то? Это хреново. Это очень херово. Проводится. Сколько там уничтожилось сейчас? Два процента, мне лучше после финиша будет нажать правильно все. Ладно, не так пугаемся, все хорошо. Пятый уровень, так пятый уровень. Все окей. Последнее. Вам здесь не перевернуться, а катеров будут. Не ожидал здесь кусок трассы из той серии. И поцарапано все. Уже выезжаю. Вы опаздываете с информацией как-то. Окей. Теперь мне надо попасть. Ох, блять. Ну вот сюда, наверное, как-то. Придется их ломать. Вы что, издеваетесь, что ли? Что за херня? Блять.
Да хера чё-то. Диспетчер, нужно подкрепление. Все свободные машины. Срочно. Вы поняли. Экстра эффект. Ага. Заграждение. Блин, нихуя себе хорошее заграждение. Всем ставить скорость. Тормозим. Мы его ещё возьмём. Внимание всем. Мы перекрыли дорогу. Попробуйте пригнать его к нам. Попробую зайти спереди, прием. Срочно пожарную охрану сюда. Тут авария с самого пера, один горючего. Новый чёп, он у меня по пляжу. Приготовились? О. Назад, все назад, если не ага. Дальше что там? А, ну все верно, доехал. Так, как отменить-то? Отключить. Чтоб не маячило. Не вышло, он прорвал. Нужна помощь. Будет пиздец, конечно. Тяжело будет играть. Тихо, тихо, ты что творишь? Да успокойте. Продолжаем код 3. Он прорвался. Чё, блять? Ну, видимо, всё. Так, как мне теперь нажать-то вообще? Я просто мышкой не... А, ну окей, давайте-то... Пропустить? Пропустить выходит. Ну то пошите пари выполним, если гонка сохранилась вообще. Бля, ну ладно, придется заново играть. Хай, я Джози Марон, я играю... Прекрасно, конечно, получилось. Так, у меня еще, получается, есть 2 минуты. И мы радар, наверное, будем проходить. Пройдены гонки же. Так, гонка пройдена. Это странненько тогда. У меня машина 5-го уровня? Или какого? Ну, давайте с радар пройдем. Получается, чтобы выполнить. Сколько там надо? 313? Ни хера себе, блин. Это нормально было, ни хера его тут перебил. Намного перебил. Так, пари еще. Так, вот это что тут сколько надо? 220, нас вроде легко. Это пари выполним сейчас такие скоростные, чтобы время зря не терять. А в следующей серии уже будем добивать полицию. Почему 220? Я тут перебью с таким перевесом это. Какие 220? Чё это за бред? Ну ладно, 220-220. 266. Я, наверное, ещё один портфель запишу сегодня. Нитро, кстати, не было. Маленький хватает. Окей, давайте тогда закончим на этом, эту серию. В гараж.
Жалко, конечно, с полицией не получилось, у меня просто разрыв произошел какой-то в игре. Вот, и придется заново это делать. Ладненько, все. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там есть скриншоты, обзоры и санзреки. Ну и, как обычно, всем спасибо и всем пока.